На лестнице. Он на третьем. Хорошо, дал, он убежал. Право убежал. Право, 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 право. Должен быть раненый. Взял коридор. Взял коридор дальней двери. Mm-hmm. Нихера себе убил. Обалдеть, что там у него за броня, блин, ратник? Заливал говно просто, не понимаю. Или... Чат, вы видели? Сколько его, блядь? Ему я чё, в какой-то зашел? В Apex, блин. Четвертый класс! Нет, блядь. Не-не-не, но. Четвертый класс, 40 прочности. Угу. Вот, бота я убил в голову, значит одно попадание минус считаем, правильно? 13 попаданий, чат. Я 12 раз попал в этого челика. Двое. Блять, еще и в Лексусе кто-то. Ёб твою мать. Что по уровням? Уровни хорошие. Так. Ёб твою мать! Ребятишки, шо ж вы себя не бережете-то, блять? За сеточкой. Так. Так. Сколько в этой сумке места? 42, а здесь 35.
Так, что-то вот это станет так. Тут можно бочком что-нибудь. Бочком вот так. Ратник, я не знаю. Берем ратник или редут оставляем. Наверное, ратник возьму. Он прям идеально новый. Жалко тут его оставлять. Все, и погнали на выход. Шесть. Где-то шесть, по-моему, да? Да, шестеро. Шестеро фулочек. Нормально. Сейчас вот вал, кстати, неплохо отработал. Правда, патроны закончились. Они в квартире здесь у меня. Почему он по мне стрелял? Он вообще не с ними, что ли? Воу! Терминатор, блядь. Всё? Всё. Так, сумочку надо. Они уже на улице сейчас. Еще? Так. Только не убегай, братанчик. Сейчас, подожди. Репик. Блять. Я думал, ну ладно, пятеро. Но их нихера не пятеро. Я убил пятеро, а там еще есть люди. Сука. Причем троих убил в одну секунду вот этих. То есть трое просто так, как с куста, короче, подсбрил. Ай-яй-яй-яй-яй. Четыре раза он мне попал с эмки в грудак. Повезло, повезло, типа, блин. А у меня патроны кончились. Вот видите? Вот минус вала, о котором я вам говорил. Надо пошел заряжаться. Ушел заряжаться. Была бы М-ка, я бы сейчас просто зажал 60 патронов и все. И даже бы вообще не думал бы ни о чем. В балетке игра на них, да, была? О. Так. Это ботик тут был? Я думал, тут чевок пришел ко мне.
Что ты тут? Опять этот чел. Я убивал его пару каток назад уже здесь. Только он был не один. Плохо. Броня хана. Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Хороший файт. Голову попал, да? Голову ведь попал. Кое-как добил его последним спреем. Магазин 30-ка, блин. Блин, броню уничтожил ему. Ну закрой давай. Ситуация, когда под аркой у балетки против типа с М-кой. Тоже был бы большой магазин, я бы просто спрейл без конца. Так как магазин маленький, надо уходить на перезарядку. То есть как бы подставляться под типа. Вот, в принципе, как я вам и до этого рассказывал, что вы у меня спрашивали насчет вала, по его эффективности ничего не поменялось. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже в выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.